Dağıstanda səfərbərlikdə orduya çağırılanlar müharibəyə getməkdən imtina edir. Görüntülər Telegram kanallarında yayılıb. Komisarlığın qarşısına toplaşanlar baş verənlərin müharibə deyil, siyasət olduğunu deyir və döyüşməyəcəklərini bildirir. Onlar komisarlığın qadın əməkdaşına özünün müharibəyə getməsini məsləhət görür. Мой сын там сначала, с самого февраля воюет. Не надо было. Надо было. Не надо. Сама тоже иди. Сама тоже иди. Пойду. Я не пойду. Мой дед воевал, чтоб ты все белый кушал. Мой дед воевал за мою родину. Эй, это сорок шерсть. За мою родину воевал. Да, воевали. Это была война. А сейчас нет. Это политика сейчас. Послушай, женщина, мужчина. Женщина, не слушай меня, а ты снимай. Я вам коробку. Снимай все. За мою родину воевал. Снимай. За кого дети будут воевать? Они снимаем его. А какое будущее? Будущее за всякую. Туда пойдем и так свой брат Александр. У нас настоящего нету, какое будущее. Можно вопрос? Она сегодня притесняет? Меня кто притесняет? Пока нет. Ну вот когда начну, тогда пойдем все. Вы вообще в школе учились, вы телевизор русский, грамотный. Вот именно же, не смотрю. Поэтому я же грамотный, карче. Что смешного? Что смешного? Ты, моя мама, вызовите сюда, не надо. У вас дети есть? Есть. У всех есть. Моим детям ничего не делают. Из-за этого, что он нас войну отправляет. Из-за этого нас войну отправляет. 100 рублей. О чем вы говорите вообще, мужчины? Вы что, о чем?